Газодобывающие компании стремятся к максимальной эффективности поставок. Стоимость газа напрямую зависит от его параметров. Ключевой показатель – влажность газа при транспортировке. Ее необходимо постоянно контролировать, ведь, конденсируясь в газопроводе, влага приводит к образованию гидратных пробок, повышая риск аварий. Важное требование к современным анализаторам газа – возможность с высокой точностью измерить не только температуру точки росы по воде, но и температуру конденсации углеводородов. Самый перспективный на сегодня метод измерения влажности – конденсационный метод с оптической системой регистрации. Он прост, надежен и устойчив к тяжелым условиям эксплуатации. Стандартная схема измерения температуры точки росы проста. В основе измерительной ячейки оптической системы – металлическое зеркало, температура которого регулируется. В зеркало встроен чувствительный датчик температуры. Нагрев и охлаждение осуществляются термоэлектронной батареей. В качестве источника света применяется светодиод. Фотодиод принимает отраженные лучи. Когда зеркало чистое, лучи светодиода отражаются от поверхности зеркала и попадают на фотодиод. Это максимальный уровень фототока. Но остывая, зеркало запотевает. Капли конденсата работают как рассеивающие линзы, и луч преломляется иначе. Фотодиод получает меньше света. Температура в момент снижения фототока является температурой конденсации. При нагреве зеркала происходит обратный процесс. Капли воды испаряются, фототок растет. Регистрируется температура испарения. Полусумма температуры конденсации и температуры испарения и есть температура точки росы по воде. Но такая система не работает при конденсации углеводородов. Углеводороды при конденсации образуют не капли, а тонкие пленки, которые не рассеивают луч, и фотодиод не распознает, когда произошла конденсация. Эффективный метод измерения температуры конденсации углеводородов разработала российская компания «Вымпел». Принцип работы конденсационных гигрометров основан на использовании лазерно-интерференционного метода. В основе метода – эффект полного преломления. В качестве источника излучения используется лазер с вертикально поляризованным излучением, а в качестве материала охлаждаемого зеркала – диэлектрик. У газа и углеводородной пленки разные преломляющие свойства. Эффект проявляется, когда плоскополяризованные волны падают на границу раздела сред под углом Брюстера. Когда зеркало чистое, падающий на поверхность луч от лазера полностью преломляется. Фотодетектор фиксирует нулевой сигнал. Если на поверхности образовалась пленка углеводородов, полного преломления не происходит. Волна отражается от границы раздела сред газ-пленка. Ввиду оптической прозрачности сконденсированной пленки появляется вторая отраженная волна от границы раздела пленка-зеркало. В результате фотоприемник фиксирует два отраженных луча, которые образуют интерференционную картину. Измерение температуры точки росы по воде происходит следующим образом. При охлаждении зеркала на поверхности конденсируются капли воды. При попадании на них происходит рассеивание светового луча. Чем больше капель, тем более рассеянный свет попадает на фотоприемник. Система регистрирует конденсат. Зеркало представляет собой полированную пластину из кремния. Ее диаметр всего 4 мм. Оптическая схема собрана в компактную измерительную ячейку. Конденсация углеводородов наблюдается только с использованием вертикальной подсветки. На зеркале появляются радужные бензиновые пятна. Температура конденсации измеряется при толщине пленки примерно в 5-10 нанометров. При включении боковой подсветки конденсация воды выглядит как равномерно заполненное красными точками пятно в центре зеркала. Конденсационные гигрометры фирмы «Вымпел»
– это модельный ряд приборов, у каждого из которых свои особенности. Неизменным остается высокий показатель точности и качества измерений на любых технологических участках в самых сложных условиях. Конденсационный анализатор точки росы GigraVision BL вобрал в себя лучшие разработки. Уникальную систему оптической регистрации GigraVision BL перенял у предыдущих поколений прибора. Существенным дополнением стала оптическая система с 40-кратным увеличением. Заряда аккумуляторной батареи достаточно для 8 часов непрерывной работы. Батарея включается автоматически при отключении внешнего питания, что делает эту модель незаменимой на участках нефтегазового комплекса, где требуется непрерывное измерение влажности газа. Микроскоп устанавливается непосредственно на камеру высокого давления. Контроль за процессами смены и измерения температуры осуществляет электронный блок. Блок управляется с помощью кнопок и сенсорной клавиатуры. GigraVision BL выбран стандартом сравнения межгосударственных эталонов влажности газа стран, входящих в COMET. Переносной гигрометр GigraVision Mini разработан для оперативных измерений и дополнительного визуального контроля стационарных автоматических потоковых гигрометров. Работа прибора основана на использовании конденсационного метода измерения с применением вертикальной и боковой подсветок. GigraVision Mini оснащен микроскопом с 40-кратным увеличением. Гигрометром удобно управлять с помощью клавиатуры и системы индикации рабочих параметров на дисплее. Электронное управление температурой зеркала избавляет оператора от использования охладагентов. Возможность задавать скорость охлаждения и нагрева зеркала позволяет GigraVision Mini проводить измерения в соответствии с ГОСТ или ISO. Преимущества фронтальной подсветки оптической системы регистрации видны при сравнении с аналогичными влагомерами других производителей. GigraVision Mini удостоен престижной премии Red Dot Design Award в номинации «Промышленный дизайн» в 2015 году. Для измерений в экстремальных условиях разработана модификация анализатора GigraVision Mini SL. Прибор подходит для работы в ручном режиме при давлении измеряемой среды до 30 мегапаскалей. Особенность этой модели – улучшенная система боковой подсветки поверхности зеркала, позволяющая определять температуру конденсации и испарения воды при высоком давлении так же точно, как и при атмосферном. Гигрометр Kong Prima 2M отличается от представленных на рынке аналогов. Модель имеет функции самодиагностики и анализа работоспособности датчика блоком электроники. Глубина охлаждения поверхности конденсационного зеркала более 70 градусов по Цельсию при рабочем давлении до 16 мегапаскалей, что превосходит ближайшие аналоги. Kong Prima 2M легко интегрируется в системы телекоммуникации с помощью цифрового выхода на основе протокола Modbus. Преобразователь точки росы Kong Prima 2M – компактный и легкий прибор, имеющий три рабочих режима измерения – температуры точки росы, температуры конденсации углеводородов и попеременное измерение температуры точки росы по воде и температуры конденсации углеводородов. Работать с меню можно, используя четыре кнопки и магнитный ключ. Для очистки газа от механических и аэрозольных примесей и подачи представительной пробы на анализаторы газа при рабочем или пониженном давлении инженеры Wimpel разработали систему подготовки газа модель 003. Установочные места адаптированы под анализаторы серии Kong Prima и GigraVision. В систему подготовки газа модель 003 встроен инерционно-гравитационный фильтр. Фильтр представляет собой две перпендикулярные трубки. Принцип работы ГФ основан на измерении направления движения газа на 90 градусов с твердотельными и жидкими аэрозольными примесями. Поскольку плотность аэрозольной взвеси в несколько раз больше плотности газа, то, несмотря на смену направления движения газовой среды по вертикальной трубке, взвесь продолжает двигаться по инерции в прежнем направлении, отделяясь от исследуемого газа. При замедлении движения газа в вертикальной трубке из пробы отсеиваются легкие взвеси.
происходит очищение газа, а отсутствие на его пути картриджей и мембран исключает риск искажения пробы. Конг Прима 2М имеет три конструктивных исполнения. Проточное – для подключения к системам с уже очищенной пробой газа. Проточно-погружное – для монтажа непосредственно на трубопровод без остановки потока, где измерения проводятся даже при нулевом расходе через измерительную камеру. И третье исполнение – проточно-погружное с фильтрацией. Для установки на газопроводах с газом, содержащим механические и аэрозольные примеси. Анализаторы «Вымпел» имеют сертификаты взрывозащиты и предназначены для использования во взрывоопасных зонах. «Вымпел» объединил функции измерения температуры точки росы по воде и температуры конденсации углеводородов в одно решение – комбинированную систему, состоящую из преобразователя «Конг Прима 2М» и погружного газоподвода. Измерения производятся поочередно в автоматическом режиме. Для измерений используется одно зеркало, одна оптическая система. При этом прибор выполняет функции двух датчиков, где один измеряет при рабочем давлении в трубе, второй при давлении в 27 бар. Нужное для измерений давление редуцируется системой пневматической коммутации. Это нормативный стандарт по европейским требованиям. Сервисный блок пересчитывает точку росы по воде, измеренную при давлении в 27 бар на рабочее давление газа. Если газ имеет большое количество примесей, комбинированную систему дополняет блок фильтрации на основе инерционно-гравитационного фильтра. Конг Прима 10C – первый в мире анализатор потенциального содержания углеводородной жидкости в природном газе. Конг Прима 10C регистрирует не только температуру конденсации углеводородов, но и более специфические параметры. По температуре, давлению, плотности анализатор вычисляет, какое количество углеводородной жидкости может получиться из кубометра природного газа. Прибор прост в обслуживании, обладает эргономичным и интуитивно понятным блоком управления, имеет несколько аналоговых и цифровых выходов. Конденсационные гигрометры – это гарантированное качество измерений, как следствие – высокая цена приборов. Однако на газопроводе есть участки, где высокая точность показателей не важна. Выход – надежные, простые, неприхотливые датчики влажности. Сорбционный оксидно-алюминиевый анализатор влажности FAS-SV – идеальное решение. Он предназначен для измерения температуры точки росы по воде в диапазоне до минус 100 градусов по Цельсию и при рабочем давлении до 30 мегапаскалей. Точность измерений достаточна, чтобы не считать значения приблизительными. Основное назначение FAS-SV – измерение содержания влаги в инертных и агрессивных газах, в том числе и водородосодержащих. Автоматический анализатор влажности FAS-V сочетает в себе преимущества конденсационных гигрометров, а по стоимости сопоставим с сорбционными анализаторами верхнего ценового сегмента. Прибор измеряет влажность газа по показателю температуры точки росы и по показателю объемной доли влаги. Широкий диапазон измерений точки росы и повышенная чувствительность конденсации паров воды достигается за счет уменьшенной площади охлаждаемого зеркала. Глубина охлаждения зеркала до 95 градусов по Цельсию. Это непревзойденный показатель для конденсационных гигрометров. Высокая степень взрывозащиты позволяет использовать гигрометр во взрывоопасных средах, в том числе водородосодержащих. У анализатора встроенная сигнализация, которая предупреждает оператора о неисправностях прибора и возможных нарушениях технологического процесса. Прибор компактный, мобильный и легкий. FAS-V может комплектоваться системами подготовки газа, а также устанавливаться непосредственно на газопровод при помощи погружного газоподвода с системой фильтрации или без нее. Анализатор FAS-V победил в номинации «Дизайн продукта» престижной премии Red Dot Design Award в 2020 году.
Авторские разработки инженеров компании «Вымпел» защищены международными патентами. Высокоточные анализаторы поставляются в более чем 30 стран мира.